Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Minecraft Dungeon. Так, бродячий торговец, у нас хоть есть с вами? Есть, о, 705 алмазиков. Так, ну-ка давай-ка. А, вкусная кость. Слушай, ну у нас уже есть кость. Это призыв песика. Давай еще разок рискнем. Рог ветра. Не очень хороший артефакт, на самом деле. Да что ж ты будешь делать? Тотем защиты. Так, это дело нам нужно с тобой, наверное, все-таки разобрать. Потому что это мне не пригодится. Я этим пользоваться не хочу, на самом деле. Так, погоди-ка. Да, эта кость даже слабее, чем которая у меня есть. Так, тотем защиты тоже разбираем с тобой. И кирку. Вот я не знаю, ребята, стоит ли ее оставлять, а? Урон в ближнем бою 36. Все-таки я, наверное, разберу ее. Окей. Так, два колчана я оставлю. Больше у нас пока ничего нету. Так, ну зато есть три очка. Так, давай-ка мы, наверное, с тобой что-нибудь усилим. Так, сковать цепью и обездвижить группу мобов. Улучшим. О, вторая ступень. Отлично. Ну что, друзья мои, давайте посмотрим, что нас поджидает дальше. Пылающая кузница открылась у нас. И все? Только лишь пылающая кузница? Ну что же, тогда нам даже проще с вами, да? Приступим, пожалуй. Уровень сложности средний, я так понимаю. Ага, подожди-ка. У нас... мы можем с вами переключаться, что ли, получается? Что это вообще означает? Значение по умолчанию. 5. А, это мы сами выбираем сложность себе, да? То есть минимальная сложность — это вот эта средняя. Можем так сделать и вот так. Давай вот эту, наверное, оставим себе. И приступим к выполнению миссии. Путешествие в пылающую кузницу. В пылающей кузнице архизлоянин строит ужасные машины, чтобы отправить их разорять деревни верхнего мира. Его нужно остановить. Нанесите удар любыми имеющимися средствами, чтобы разрушить кузницу до основания. Новая цель. Войдите в кузницу. Окей. Кстати, ты заметил, да, что он стал делать големов? Это плохо. У нас новый уровень сложности. Я думаю, что сейчас будет все жестко. Так, вызовем песика. Кто-то мурчит. Так, начнем потихоньку бомбить. Ёлки-палки, что это такое там было? Что взорвалось рядом со мной? Так, отлично, пока все идет хорошо. Отвали. Так, ускоримся. Ох, елки-палки, что там взрывается-то все вокруг меня? Дай-ка я возьму стрелы. Так, подожди-ка, где-то какой-то маг опять чудит. Только вот где он? Лукарь, уйди отсюда. Так, песик, ты, главное, у меня живи. Ты мне очень хорошо помогаешь. Так, давай-ка мы тебя... ага, я не могу его больше, как говорится, вызвать, чтобы у него были целые хпшки. Так, свининку я возьму. Это регенерация у нас. Эть, завалили. Так, яблочко. Подкрепимся. Ух ты, ой, елки-палки, это что такое? Где? Ага, вон он, этот маг. Вот еще один. Мы их завалили. Продвигаемся дальше. Куда ты бежишь, лопух? Тихо-тихо-тихо, что у вас так много-то? Эй, ребятули, успокойтесь. Таким наплывом они бегут на меня. Ты посмотри-ка, а. Так, вроде бы тихо. Но мне кажется, что врагов стало уже больше. Намного больше, чем было. Так, песика, жалко, я не могу призвать. Откатики пока, да? Стрелы, вот это хорошо. Со стрелами вообще у меня проблема. 62 штучки всего лишь осталось. Так, ну-ка. Блин, вот этот арбалет меня вообще устраивает, который в данный момент у меня находится. Он очень классно бомбит, согласитесь. Опачки, прикинь, откуда-то... вау. Доспехи наемника, редкие. Слушай, а вот это, наверное, надо глянуть. Так, тут у нас 17 защиты, тут 16. Так, здоровье 67, а здесь 71. Так, поглощение урона 35. Ох, я даже не знаю, урон в дальнем бою 30%.
Доспехи наемника популярны среди экономных игроков. Выглядят неброско, но отлично справляются со своей задачей. Я, наверное, пока не буду менять. Хотя мне кажется, что зеленый шмот лучше, чем обычный. Давай-ка посмотрим. Ух ты, я выгляжу как рыцарь, самый настоящий. Погнали. И вот мы, судя по всему, заходим с вами в кузницу. Машины войны. Так, найдите сердечники кузницы. Ох, как пугающе звучит. Найдите сердечники. То есть мы должны их будем уничтожить. Эй-эй-эй, шпана, тихо. Да уйди ты, лезет на рожон. Так, я песика могу, песика призвать. Давай сделаем это. Кстати, что это ко мне прилетает такое? Монетки, что ли, или что? Да ну хорош, сколько вас здесь? Кто там бомбит? Смотри, что делают, а? Песик, молодец, догоняешь, но я успел его подбить быстрее. Да, все отлично. Так, пробирочка выпала. Ее успеть взять еще? Да уйди ты от меня. Уйди, говорю тебе. Слушай, ну пес мой неплохо наносит урон, я заметил. Так, слушай, ну тут карта, конечно, какая-то огромная просто. Ах, бедная собачка моя. Подбили тебе, да? Вот эти вот нежить всякая тут. Иди ты. Так, это у нас меха, это кузница, да? То есть они здесь готовят оружие, судя по всему. Они собираются атаковать мир Майнкрафта. Естественно, я этого не позволю, друзья мои. Я этого не позволю им сделать. Ну-ка. Да уйди ты. Стоит там. Стрелы, мне нужны стрелы, друзья мои. У меня очень большая проблема. Так, что-то там затихарился. Я не знаю, когда мы подбиваем с вами всех зомби, да, у нас тоже идут какие-то очки, достижения и тому подобное. Так что не стоит их пропускать. Ну, такой пейзажик, смотри-ка, снежок падает. Судя по всему, мы где-то в горе. Тут наверху, видимо, разлом, и падает снег. Так, песик, давай-ка мы тебя призовем. Вот и паучки появились. Слушай, их тут много, елки-палки, надо бегать. На месте стоять, ну, никак нельзя, потому что иначе нас тут в паутину быстро заклепают. И мы с тобой тут замучимся потом. А что это со мной происходит? Я не понял. Отравление, что ли, на мне висит? Точно, по-моему, отравление. Видишь, капельки ядовитые. Так, а это, видимо, выход. Слушай, а мне нужно сюда идти? Блин, слушай, вот теперь проблема. Судя по всему, эта локация будет разделена на несколько. То есть сейчас мы с тобой здесь погуляем, да? Потом пойдем дальше. Выйдем отсюда и будем доброходить те уровни. Так, яблочко, это хорошо. Рыцарь, иди отсюда. Да что ты бьешь моего песю, а? Так, маги. Ну, да что ж такое, не могу попасть по нему. Да иди, коломане. Так, нахлобучил. Так, алмазики собрали. Здесь у нас что-нибудь есть? Нету. Здесь у нас с тобой ничего нету. Так, двигаемся тогда. Да, подожди-ка, а почему... Мне показывают идти туда. То есть обратно, да? А зачем же я тогда сюда пришел? Я так честно думал, что здесь мы с тобой выполним какое-то определенное задание. Или что-нибудь найдем. Ух ты, а, это стрелы. Они просто так подсвечиваются. Я думал, что какая-нибудь шмотка там выпала нам. А это обычные стрелы. Ну, они мне нужны. Так, взрывчатка. Выпала взрывчатка нам. Давай мы ее туда забросим. Ох, как хорошо бомбануло. Мне нравится. Ёлки-палки, сколько вас здесь, а? Зомби, сколько вас тут? Ё-моё, кто меня в паутину? Что-то я вроде паучка и не видел. Так, дай-ка я вот сюда пробегусь, посмотрю. Ну, здесь у нас все чисто. Эть, на-ка, получи-ка. О, лук. Но это у нас лук, я так понимаю, обычный, ребят. Хотя, по атаке он превосходит мой арбалет. Так, я вижу здесь сундук. Пойдем-ка мы его быстренько с тобой откроем, посмотрим, что там хорошенького в нем может лежать.
Так, яблочко возьмем. Ага, здесь только стрелы и алмазики. Ох ты, тихо. Подожди. Там опять какой-то маг у нас, да, колдует. Что происходит, я не могу понять. Это что еще за скелеты такие супер мощные? Ну-ка, разберемся с ними. Отлично, так, я же думал, что я уровень получил. Нет, ничего подобного. И еще, ребята, один сундук. Ох ты, ты посмотри. Так, взрывчатка. Мы подобрали мачету. В принципе, здесь с тобой мы все облазили. Нам нужно идти вот сюда. Еще здесь облазить, посмотреть, что здесь спрятано. И можно будет выходить. То есть, скорее всего, это даже, наверное, какое-то бонусное ответвление, да, на карте было, которое нам дается для того, чтобы, ну, приобрести какие-нибудь здесь шмотки. Так, секунду, я немножко заплутал. Так, вот это я как-то умудрился пропустить. Песика надо вызвать. Что такое? Ну, где вы, где вы? Погодите-ка секунду. А почему я должен сюда? Я не хочу сюда идти. Я вон через разрушенный мост пойду. Ну-ну-ну-ну. Ой, я совсем забыл, что у меня взрывчатка. Фух, я вроде успел. Ну, давай. Подходи. Отлично. Так, мы пройдем с тобой просто вокруг. Пробежимся, да? О-о-о, заклинатель стоит. Я успел, ребят, подхиляться там. А здоровья было совсем мало. Что это за маг такой неубиваемый? Ну, да что ж ты будешь делать-то? Мне проще кажется вот так вот их бомбануть всех. Погоди-ка. Ах ты! Я-то думаю, что же они такие неубиваемые? Они были под защитой. Да, маг на них повесил какую-то определенную ауру, и я не мог их пробивать. Так же, как вот этот скелет, видишь? Он в ауре. Угу, разобрался вроде бы. Стрел совсем мало, друзья мои, остается совсем мало. Ой, не надо мне так. Как говорится, в паутину заклепывать. Ну и все, вроде бы, да, получается, вот сюда еще зайдем. Быстренько с тобой глянем. Так, паучок, вали отсюда. Так, я ничего не подобрал, нет, показалось. И вот здесь вот, а как мне интересно туда попасть? Опять перепрыгивать как-то, но вряд ли получится. Смотри-ка, а там что-то есть. А как же мне туда попасть? Опа. Секунду, а что здесь такое? Ух ты, друзья мои, нифига себе. Так, доспехи наемника я подобрал. А это у нас выход или... Нет, это просто так. Слушай, я хочу сейчас глянуть эти доспехи. А ну-ка, где они? Вот они, да? Так, ну они будут получше. Получше, чем которые нам не одеты. Хотя, чем они получше, по-моему, они абсолютно одинаковые. Эти даже слабее, потому что здоровье здесь 64, а здесь 67. Хм. Кстати, мы можем усилить доспехи-то. Шипы, каждый раз, когда вам наносится урон, вы возвращаете часть урона, ага, атакующему. Понятно, сделаем так. И, наверное, нам нужно с тобой уже идти на выход, потому что здесь у нас все абсолютно проверено. Так, нужно вот сюда идти. Песика призовем. Ну, если сравнивать пса и летучую мышь, мне кажется, что пес наносит все-таки побольше урона, чем летучка. Так, давай, где у нас тут дальше? А, ну просто пряменько идем и уже выход. Замечательно. Так, давай здесь теперь разбираться, елки-палки. Здесь еще... Тихо, паучок, ты не припу... А почему у меня песик погиб? Ай-яй-яй, видимо, упал, да? Бедняга. Так, уйди отсюда. Так, здесь ничего нету, да? Хотя ты заметил, что сундуки некоторые могут просто скрываться, быть невидимыми, пока до них не дотронешься или не подойдешь к ним. Вот это меня тоже, конечно, немножко удивило. Опа. Наконец-то стрелы. Но стрел все равно еще мало. Нам нужно идти сюда. Ёлки, что это? Тихо, опять где-то колдун.
Где же этот маг? Да что ж такое происходит? Смотри, меня просто какой-то... Вот он. Ага. Подбили. Нет, еще где-то один. Вот он, гаденыш. Так, тут какая-то библиотека. Ой, застрял, ё-моё. Ну, все взрывается, ё-моё. Так, вот он. Мелкий засранец был. Да он тут не один. Это, видимо, какая-то библиотека. Ой, ё-ка. Тихо, 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 тихо. Тут уже големы бегают. Да ладно, серьезно, что ли? Так, алмазный меч. Победите 2500 мобов. Пёся, ты мне нужен. Грибок. Ты смотри, что происходит. Да хорош, буянит ты здесь. Лучики напрягают. Так, надо этого голема уничтожить. Кто там бомбит по мне, а? Так, хиляемся. Пробирка. Да ну, еще не хватало, чтобы нас в тупик здесь поймали. Ты смотри, что делает, а? Да что ж ты такой сильный-то, голем? Ой-ой-ой-ой, вот это он меня сейчас ударил. Блин. Ну это же не босс, это же просто такой моб, согласись. Где этот маг? Я его не вижу. Я чувствую, что он делает заклинание. О, голем тут разбуянился, не на шутку. Пёся, давай, помогай мне. Твою ж налево, что происходит? Так, а он тоже не может пройти, да, получается? Да ну. Есть. Так, я получил лук силы. Лук силы это, конечно, хорошо. Вот он, ё-моё, вот он где был, этот маг, который всю дорогу мне вредил. Так, а здесь у нас... Понятно, бриллиантики. А вот и еще один, а? Ты что ж ты? Ну-ка, иди сюда. Все. Так, подобрал лук силы. Давай-ка глянем на него. Слушай, ну... Вот это вообще, по-моему, хороший, да? 38-75. Мощные заряженные атаки. Источник могущества лука силы занимал умы ученых столетиями. Ну, это уникальный. Я даже не знаю. Я посмотрю, ребята, как пойдет с этим луком. Если будет хуже... Нет. Ты понял, да, почему нет? Потому что он, ребята, стреляет одной стрелой, а этот, извини меня, вот таким вот. Есть, мы свой получили уровень. Конечно, этот лук в разы лучше. Он стреляет веером, правда, у меня стрелы кончились. Мы с тобой дострелялись. Ух, дайте, пожалуйста, стрелы, а. Ну, я вас умоляю, дайте мне стрел. В рукопашку я здесь... Ох ты, елки-палки, застрял. А вот и стрелы. Так, взрывчатку. Взрывчатку мы с тобой туда бросим. И никто не пошел, да? Просто зря потратил ее. Так, вот он, заклинатель был. Рубим всех. Так, может быть, нам пёсю призывать с тобой? Давай призываем пёсю и немножко захиляемся. Так, и посмотрим. Вот так, нам потом еще вот здесь возвращаться обратно. И там еще очень много территорий, которые нам нужно будет проверить. Так, и, конечно же, надо вот это вот все ломать. Нежелательно это пропускать все. Окей. Так. Одно, как бы тебе сказать, и сложно, и в то же время прикольно. Все это сейчас выглядит. Так, тихо, заклинатель. Смачно я его подрубил. И теперь нам нужно двигаться вот сюда. Сундук. Так, свинка, я знаю, что ты можешь убежать, но я не отпущу тебя. Есть, я ее подбил. Доспехи наемника я получил, ну, по-моему, они слабенькие. А вот стрелы, это классно. Господи, сколько их здесь, а? По-моему, вся сложность заключается в том, что здесь становится очень много мобов, крипов и всякой нежити. Так, давай, отлично. Слушай, ну, мне кажется, вообще лук, вот этот арбалет, это имба у меня. Уникальные вещи, они на то и уникальные. Так, я немножко, ребята, встал куда-то не туда. И теперь я подгораю. Так, ну, слава богу, потух.
Окей, давай здесь пройдемся, посмотрим. Так, возвышение, маг. Слушай, а собачка телепортируется к тебе, да? Если слишком далеко она от тебя находится, она автоматически к тебе подгоняется. Что не может не радовать. То есть без напарника я здесь не останусь. Иди ты. На, получил свое. Так, здесь мы тоже с тобой все облазим, посмотрим и уже будем продвигаться дальше. Так, все чисто. Постой секунду. А, ну да, да, нам нужно с тобой подниматься сюда наверх. Оп-оп. Конечно, хотелось бы какое-нибудь оружие ближнего боя, но помощнее. Мне кажется, алебардочка уже как бы сдает позиции свои. Да, сдает позиции, так это назовем. И самое интересное, что еще мы такое с тобой притягиваем, когда убиваем монстров. О, сундук, дай ко мне. Так, перезагрузите сердечник. Ух, елки-палки, сколько здесь сердечников. Я думаю, так просто это все не получится у нас, да, перезагрузить. Так, подожди, подожди. А, эти штуки взрываются еще. Вот оно что, ты понял, да? Вот эти вот камни, которые вылазят из земли, они взрыв делают. Смотри, что делает, а? Некромант. Усиливает крипов. Так, тихо. Елки-палки, я успел еле-еле подхиляться. Вовремя у меня получилось, да? Так, пауки, тараканы. Возьмем с тобой восполнение здоровья и посмотрим, что. Подожди-ка, как ты, я тут пропустил что-то. А, вот оно. Так, один из восьми. Что? Блин, надо еще убегать, оказывается. Они могут взорваться, друзья мои. Вот так-то вот, не все так просто. Так, иди отсюда, а. Нормуль. Так, давай добьем. Яблочко съедим. Так, еще один, ребят, сердечник я вижу. Быстренько сейчас его активируем и отбежим, чтобы нас не задело. Ох, елки-палки, оказывается, там еще и волна летит. Так, песик, давай. Хилочку врубим. Так, смотрим внимательно, здесь у нас какие-то охранники ходят. Что они там охраняют, не понимаю. Дали бутылочку. Так, это у нас... А это что, не рычаг? Нет, ребят, это не рычаг, это просто так. Что за звуки такие, а? Ага, вот еще один. То есть мы с тобой вот так делаем, и вот надо вставать сюда, ребят. Вот так оно, видишь, срабатывает. То есть волны идут вот по этим всем выемкам. Так что в них лучше не вставать. Так, здесь у нас ничего нету. Еще... Что это? Что? Иди ты. Что, опять очередная ловушка для меня? Так, уходим, 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 уходим. Так, дай-ка я этот активирую, сердечник. Ну, готовы. Ну, а ты что там стоишь, стреляешь по мне? Хорек. Что с музыкой? Что с музыкой происходит? Так, секунду. Ой, ёпарасоте. Пришел, явился, не запылился. Да-да, друзья мои, голем. Не-не-не-не-не, давай потише. Так, у меня стрел-то хватит его подбить, эй. Блин, в ближнем бою лучше с ним не стоять. Он может так звездануть, что мало не покажется. Песик, помоги, пожалуйста. Вот, пока он на пса моего переключается, мы его можем... О, он застрял. Он застрял, друзья мои. Так, дай-ка ускорение. Ну, блин, все стрелы потрачу на него. Ну, зато безопасно. Давай-давай-давай, еще и маленечко. Готов. Все, ребята. Так, я получил еще одно достижение. Так, и доспехи наемника. Я их тоже пока делать не буду, потому что они слабее. Ать, прям в спину ему. Так, где у нас еще, ребята? Так, тихо-тихо-тихо. Свинка, свинка, постой. Не уходи. Так, мачете опять же слабая. Так, уходим. Уходим. Нате, угощайтесь, мне не жалко. Бумкнул, так как красиво.
Как ты выжил, а? Тебя должно было волной снести. Так, ребят, секунду, где-то опять. Вот он, некромант этот. Слушай, по-моему, все. Убегите из кузницы. Что это за сирена тут заиграла? Так. А, доспехи наемника, но это обычные. Смотрим. Ёлки-палки. Подожди-ка, а я могу? Да что ж ты будешь делать-то? А я могу здесь как-то перепрыгнуть или нет? Там, телепортом или как-то перекатом? Слушай, нет, по ходу дела. Ну, видишь, вот сюда вот можно. А, это, наверное, вот так у нас будет вокруг. Это будет дело у нас вокруг идти. Иди ты. Всех налево и направо. Так, я подобрал какой-то молот. Но по атаке он будет слабее. Поэтому я его пока не хочу даже трогать. Так, что ты тут колдуешь? Колдуй, бабка, колдуй, дед, колдуй. Старенький медведь. Так, подобрали. Бедного пса моего атакуют со всех сторон. Ух, сколько вас тут. Тише, тише, ребята. Мне нравится, что вот этой алебарды у него почти полукруговая атака. То есть она бомбит не только врага, который впереди стоит, но и который по бокам. Так, смачно. Иди ты, захотел там уже колдануть что-то. Нифига у вас тут цепнуха. Кстати, мы же с тобой уровень получили, да? Поэтому я могу вполне что-нибудь прокачать. Песик, уходим. Почему вы такие сильные, а? Засранцы. Неужели этот некромант опять тут вас... Ну, конечно, вот он стоит здесь. Так, у нас с тобой одна цель, одно направление, одно движение. Что, опять моего песика подбили там, да? На тебе, получите все. Дай-ка я его догоню. Так, секунду. Песик у меня. Так, стрелы. Стрелы обязательно поднимаем. Все. А здесь вроде бы разобрались. Так, погоди-ка, здесь как-то можно пройти. Ох-ох-ох-ох, тихо. Аккуратнее, осторожнее. Кувшин. Стрелы. 55 штук. Куда это я иду? Там же вроде бы небольшая территория-то была. Да, все, я ее обсмотрел, обшмонал. Так, здесь у нас, может, сундук какой-нибудь спрятанный. Как это уже было, да? Но здесь ничего нету. Для нас это еще даже проще. Мы идем с тобой далее. Так, секунду. Песик, почему ты все время поскуливаешь, а? Тебе больно, что ли, или грустно? Не знаю, что с моим песиком. Постоянно он плачет, скулит. Так, ну-ка давай вот этих вот разбомбим. Так, вот здесь можно, в принципе, проверить территорию. Ага, здесь... Хотя можно обойти по краешку-то. Что это? А, это песик у меня телепортнулся ко мне. Слушай, там какая-то вон прям бездна. Прям лава внизу. Ужасное, ужасное местечко. Не хотелось бы туда упасть нечаянно даже. Да что ж ты... Так, тихо, 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 надо подкрепиться. Так, опять некромант. Пойду я его бомбить. Так, этих сразу без защиты. Они становятся слишком легкими. И поэтому разбираются с полтычка. Вот эти вот какие-то стражники крепкие. Даже без защиты. 44 стрелы. 69 стрел. Нормуль. Что это опять? Где он? Вот он. Это у нас посох маг. Может такие штуки делать. Так, а куда нам идти? Ну, в принципе, я иду правильно, да? Песика призовем. Ох, ё, это что такое? Что это сейчас было? Какие-то взрывные крипы? Похоже было именно на это. Так, значит, мы с тобой пройдемся сейчас вот здесь. Ага, припасики. Как раз вовремя. Хлебушек регенерация, да? Да иди ты. Разбомбили. Так, секунду, что у нас тут?
Что-то здесь есть. А, так это я просто в круговую обошел, да и все. Вот эти, кстати, паучки. Вот именно они. Ох, елки-палки. Видел же, что он бежал сзади меня, но не успел ничего сделать. Да-да, там именно крип бежал, который взорвался рядом со мной. Ох-ох-ох-ох, тихо-тихо, не надо тут буянить. Так, еще одна свинка, ребята. Надо ее подбить. Отлично. Подобрали доспехи наемника. Опять же, слабые, да, получается. Так, мы вот здесь не были еще. Да и стоит ли сюда идти? Ладно, зайдем. Потому что мы можем что-нибудь с тобой... Вот это бы собачка еще было бы прикольно, если бы она что-нибудь чуяла, да, рядышком. И бежала именно туда. Ну, я так понимаю, здесь абсолютно ничего нету. Или находила бы какие-нибудь вещи потерянные. Кстати, у нас же с тобой уровень, да? Мы можем с тобой что-нибудь подкачать. Так, ну здесь не хватает. Тоже нам не хватит. И здесь, соответственно, тоже не хватит. Да. Плохо. Ну, броней, конечно, тут дофига у нас с тобой. Можно их прямо здесь и разобрать. Давай разберем, чтобы инвентарь нам не засоряло. Так, слушай, вот этот вот, наверное, разберем. Ага. Бронька. Но это обычная, поэтому разбираем. Мне бы, конечно, хотелось бы какую-нибудь эпическую броню найти. Ну, как она там, эпик, да, называется? Уникальная. Здесь она называется уникальная. Ну, это можно сказать, что как легендарная или эпическая. Тут обычная, редкая и уникальная. Вот такие вот классификации шмоток. Так, слушай, скоро, наверное, кончится у нас подземелье. Я надеюсь. И будет, скорее всего, нас здесь поджидать босс. И я почему-то думаю, что какой-нибудь огромный голем. Опачки. Что? Закрыли? Меня закрыли, ребята. Кто это? Чудовище красного камня. Ой-ой-ой. Ох, ё-моё, бедный собачку мою бомбит. Да успокойся ты, пса не трогай. Смотри, песик мой настаивает. Все-таки идет. Эй, тихо, а это еще кто такие? Это, ребят, какие-то камни. Новый уровень получил. Это, конечно, хорошо, это все радует. Но что он делает? Что он тут вытворяет? Он лютует, ребят. Не надо. Я могу вот это вот задевать. А что это делает вообще? Каким-то образом это... Да уйдите вы. Ох. Что они себе позволяют? Блин, лишь бы стрелы не кончились, друзья мои. Иначе будет... Что там? Так, давай активируем с тобой. Посмотрим. Ему вообще ничего не делается. Ого-го-го. Пёся, давай его бомбить. Давай, пёся, бомби его. Бомби этого голема. Видишь, у меня сколько уходит стрел просто на отбив. Что? Он меня сбросил, друзья мои. Так. Погоди, а где он? А где он? Он меня сбросил, а ворота-то закрыты. А как мне его... А как мне его уничтожить? Друзья мои, а, да что ты, блин, куда ты провалился-то, ёпарсете. А как тогда быть? Надо как-то аккуратненько здесь получается, да? Вот таким вот образом. То есть, друзья мои, он может нас с вами сбить. Видишь, что он делает? Давай-давай, осталось совсем чуть-чуть. Фух. Я его подбил. Неужели мы с тобой нашли уникальные доспехи предателя? Давай как пос... О, друзья мои, вот это классно. 96 здоровья. Так, скорость атаки в ближнем бою плюс 25%. Поглощение урона 35%. Аура, увеличение ущерба от оружия 20%. Доспехи ренегата. Достойная награда для наемников, защищающих деревни от злодеян. Прикольно. Слушай, мы можем с тобой прокачать. Бешенство. Скорость атаки повышается, пока у вас меньше половины здоровья. Но это пока нам не нужно.
Каждые несколько секунд выпускает снежок в ближайшего врага, кратковременно оглушая его, пока не нужно. Огненный след. Так, это при кувырке. Барьер зелья. При каждом приеме зелья исцеления вы кратковременно получаете минус 90 урона. То есть, как бы защита доп. Уменьшает время перезарядки между использованием артефактов. И каждый раз, когда вам наносит урон, вы возвращаете... Вот это вот надо. Вот это надо, ребята. Чтобы босс или кто-нибудь там нас, если будет атаковать, да, мы с тобой могли возвращать часть урона. То есть это был даже, скажем так, не босс, а предбоссик определенного этапа. И я чувствую, сейчас будет. Используйте шахтный лифт. Шахтный лифт, опа. И сразу же броня выпала нам. А где у меня пес? А, вон он бегает. Не увидел его. Такие дергаются, там лежат. А, вот и выход, погоди-ка. Вот и выход. А, нам нужно здесь наверх пойти. Ух ты, смотри, какие... А, это... Понятно, они, как всегда, ребята, под защитой некроманта. Поэтому они такие мощные становятся, да? А где он сам-то? Все его уничтожил, видимо. Так, погоди-ка, погоди-ка, что тут у нас за... Так, надо вот здесь, наверное, пройти, проверить. Ой-ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо. Всех порублю. Так, а вот этот сильный. Это все из-за этого некро... Да что ты... Так, хильнемся. Этого добьем. Стрелы получили. 29 штук. Погоди-ка, я обратно-то могу подняться? Могу. Вот так вот. Я могу сюда обратно подняться. И здесь мы с тобой все проверили уже. Прикольно такой, оп. Мой маленький славный рыцарь. Хорош боец, в уникальной броне вообще четко все, да? Иди отсюда. Видишь, лучники уже не падают. Тихо, тут главное не споткнуться. И вот у нас с тобой победа. Пылающая кузница разрушена. И от военных машин злодеян остались только обломки. Отлично. Ну что же, путешествие в лагерь у нас с вами подходит к концу. Мы возвращаемся к себе в домик. Так, смотри-ка, открыто сундуков 100%, попадание снарядами 30% и побеждение мобов 92%. Что нам здесь выпадет? Ух ты, целитель душ. Это амулет-целитель душ, холодный на ощупь и вибрирует от мощи душ. Он широко используется злодеянами в лесных особняках. То есть, мне кажется, это у нас что-то типа лечения, да? Так, от 4 до 76 здоровья вылечено. 1 секунда отката, сбор души плюс 1 и требует души. Требует души. Слушай, я, наверное, поставлю вот сюда. Так, погоди-ка, а мы же с тобой... А я так и не надел, да, доспехи предателя? Я бегал в обычных доспехах. Господи, это же надо было так сделать, а? Сглупил. Ну ладно, бывает, друзья мои. Давай-ка торганем. Большой лук, это не то. Что это такое? Тяжелый арбалет. Доспехи здоровяка. Так, а теперь можно посмотреть, что у нас тут такое? Ух ты, уникальное, ты прикинь? Это тоже, ребята, уникальное. И вот это все-таки у нас лучше. Это все-таки у нас лучше доспехи, хотя... Ну да, вот эти вот будут получше. Они, тем более, у нас еще и прокачанные. Об этом тоже не стоит забывать. Это мы с тобой разбираем. Арбалет. Это обычный. Слушай, я уникальный арбалет не поменяю. Не хочу, ребята. Молот я этот тоже разберу. И вот это все барахло надо тоже разбирать. И лук этот, кстати, тоже. Так. Быстрый арбалет. Разбираем. Но, в принципе, пока все. Я, кстати, забыл, что у меня есть вот эти вот, ребята, огненные стрелы. Против голема, наверное, надо было их применять. Торгай, торгаш, давай-ка мы... Да что ты со своим тотемом регенерации? Удочка, мощь. Это, по-моему... Ага, редкая. Доспехи здоровяка. Давай разберем их. И вот эти тотемы тоже мы с тобой будем разбирать. И удочку. Все.
Че такое? Я же это... уничтожил ее. И что у нас с тобой открывается? Залы высокоблочья. Окей. Ну что, друзья мои. А вот эта штука, миссия 1. Просмотреть следующее. Непонятно, что это делает. Но залы высокоблочья у нас с вами. Так, а что это вообще дает? А, уровень сложности. Вот, ребята. Это нормальный уровень сложности. Это 1.4. Мощь снаряжения и артефакта. То есть мы получаем с вами просто улучшенную награду. Вот оно что, да? Окей, поехали. Путешествие в залы высокоблочья. Вы добрались до гнусного обиталища архизлодеянина, замка Высокоблочья. Его залы кишат солдатами и колдунами, поэтому держите клинок и смекалку наготове. Найдите великий трон и сразитесь с архизлодеянином. То есть вы хотите сказать, что здесь у нас будет архизлодеянин, самый главный враг? Я до него уже добрался. Но я думаю, это подземелье будет просто огромным. Точнее, это даже, наверное, не подземелье, а это, скорее всего, замок. Он же ведь в замке у нас. Я еще и уровень сложности поставил, как дурачок самый... ну, не самый сложный, конечно, но сложноватый. Ладно. Попробуем пробиться. Да иди ты. Да, тут уже... фиг их так просто нахрапом возьмешь. Сам видишь, да? По ним приходится бомбить, бомбить и еще раз бомбить. Очень люто. Очень люто, очень сурово. Так, песик. А, мы души с тобой собираем, да? Души. А что этот амулет-то делает, я не понял. Ну, я использовал его, он даже мне здоровье не восстановил нисколечко. Так, давай-ка мы с тобой сюда пройдемся. Проверим все здесь, ну, как видишь, ничего пока нет. Ать, хорошо, хорошо, красиво. Где этот заклинатель? Друзья мои, я видел цепь. О, сундучок, спасибо большое. Булава. Кстати, булава будет сильнее, чем эта алебарда. Но она обычная. 18 к атаке. Урон мне не устраивает, к сожалению. Поэтому оставляем алебарду. Почему я хильнуться не могу? А, артефакт еще не откатился, да? Так, я хоть правильно иду? Да, вроде бы все отлично. Ох, смотри, какие рыцари идут. Ничего себе! Да, друзья мои, их просто так не пробить. Они крепкие. Так, что я тут делаю-то? Я пошел просто-напросто обратно. Да, слушай, ну от этого еще интереснее становится, блин. Песик очень хорошо мне вручает, если честно. Очень хорошо, он мне помогает. Он отвлекает врагов. Так, и давай сюда зайдем. Посмотрим, что у нас тут. Что у нас тут? А у нас тут кувшин. Так, я так понимаю, на улице, ребята, гроза. Судя по тому, как в окнах отсвет проблескивает. Какие-то картины даже тут есть у него, прикинь. В замке картины поставился. Молодец. Как говорится, злодей злодеем, а красоту любит, эстетику. Ой-ой-ой, тихо. Да что ж ты... А, ну правильно, все, понял. Готов, парень. Вот ты, паршивец, где бегаешь. Так, давай я сюда пробегусь. Просто гляну мельком. Тупик, да, ничего нету. Песик, где мой? Блин, песик уже погиб, к сожалению. Давай-ка я туда вот так сделаю. Нормуль. Так, взорвался этот? Да, походу дела. Ласты склеил. Архизлодеянин, да? Как мы поняли, поначально, ребята, заставки, это был обычный, самый обычный изгой, которого все выгоняли. Непонятно, кстати, почему его все не любили. Все от него отказывались, да? Почему он потом пошел, нашел этот камень всемогущества.
которую он взял и стал вот этим вот злодеем. Хотя, мне кажется, не он стал злодеем, а на самом деле... Ой-ой-ой-ой, тихо. Не он стал злодеем, а камень поглотил его душу. Мне вот так вот кажется. На самом деле он очень даже добрый и милый человечек был. Да, даже от динамита они теперь не взрываются. Так, этот призрак очень плох. И очень плох, и очень сильный. Так, у меня со стрелами вообще беда, друзья мои. Беда бедовая. Вот эти рыцари, конечно, очень крепкие. Не пробить их. Так, я, наверное, пойду дочищу там. Доберитесь до тронного зала и сорвите вечеринку. Тут у них еще, оказывается, и вечеринка будет. Это что-то новенькое, да? Песик, давай, выходи, пожалуйста. А что вот это? А, это у нас души. И что же вот этот делает-то у нас? Я еще разок надо почитать все-таки. Так, вылечивает здоровье. Сбор душ. Ну, я, честно говоря, не особо видел, чтобы он нас отхиливал. Что-то, может быть, перепутано здесь. Так, собачка, ты че лаешь? Тут вроде бы все тихо, спокойно пока. Было. Было спокойно, так. Нет, 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 нет. Кого-то там собрался вызвать. А он тут колдует, оказывается, еще, а? Мелкий. Так, будем разбираться с ними. Молодец, собачка, спасибо тебе огромное. Так, мы с тобой подобрали мантию душ. Мантию душ мы с тобой собрали. Да что ж ты, что вы меня зажали-то? А собачку все, что ли, подбили? Под скоростной атакой, конечно, намного лучше получается бомбить их, смотри. У нас просто эпическая скорость. Жалко, конечно, кратковременная. Мне бы какой-нибудь вампирик бы... Ах ты, гаденыш. Да что ж ты будешь делать? Ты посмотри, сколько их. Песика бы мне позвать на помощь. Не помешал бы. Ой, как медленно бомбим. Окей. Так, получил свое. А где эти некроманты? Я их не вижу, ребят. Я вижу каких-то... Блин, того лучника пропустил опять. Так, надо, по-моему, пострелять по ним. Они уже меня немножко напрягают. Так, пучок стрел. Хорошо. Опять песю завалили, а? Ну ты посмотри. Что ж вы делаете, а? Тихо, тихо, тихо. Уходим, друзья мои. У нас очень мало здоровья. А нет, амулет восстанавливает, ребят, я был неправ. Но он может от одной единицы, да, восстановить до 67, то есть опять же рандом. Да хорош, ты еще и рыцари тут. Упс, друзья мои, сматываемся, сматываемся, сматываемся. А как мне тут? О-хо-хо-хо-хо. Ты посмотри. Они крепкие здесь. Блин, я даже... Да почему вы не заканчиваетесь-то, а? Так, уровень получил. Это уже радует. Все? Фух, друзья мои. Так, у нас 2 очка опыта. Мы можем с тобой... Блин, смотри, уникально. Значит, все-таки есть что-то еще лучшее какое-то... Как сказать? Оружие, потому что, видишь, 3 чеки должно быть. Так, давай посмотрим, что у нас здесь. А, так, скорость атаки повышенная. Наверное, нам лучше вот это с тобой развить. Да? Скорость атаки повышена, когда у нас половина здоровья. Ну, я не особо любитель держать на грани свое здоровье, но мало ли, всякое может быть. Давай, 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 рубим, рубим, рубим. Этого призрака надо тоже забомбить. Уходим. Пёся, давай, выходи. Без тебя что-то как-то... Грустно мне здесь. Да сколько вас тут, а? Так, давай-ка мы, наверное, пройдемся вот так вот. Отлично. Так, тут у нас что, тупик? Да? Тупик. Музыка такая еще играет. Как будто я где-то в замке лорда-вампира. Так, давай. Окей. Так, хлебушек взял.
Вот этого призрака надо бомбануть. Пёси сейчас уничтожит меня, да? Так, подби... Вот он еще, оказывается, прыгает здесь, телепортируется. Слушай, нам, наверное, надо с тобой вот здесь вот обойти. Тут всех порубить. Так. Разобрались. Готов. Эхо. У нас активировалось эхо. Воу, видишь? Так, вы подобрали топор. Я так понимаю, топор обычный, да? Обычный топор. 18 к атаке. Даже не хочу его брать, если честно. Хотя вот это вот мне нравится штука. Молнию, когда выпускаем, да, она рикошетит от одного врага к другому. Соответственно, наносит сразу несколько единиц урон. И сразу нескольким врагам. Ну, в принципе, моя леборда тоже кружит не слабо, поэтому... Поэтому пока меня устраивает вполне. Да хорош. Так, разобрался, да, с ними? А, вон он, внизу. Я все про этот, ребят, кувырок забываю, что у нас есть. Он, кувырок же, он нам помогает уворачиваться. Так, припасы. Стандарт. Так, надеюсь... Что-то ловушкой пахнет, друзья мои. Мы вышли на улицу? Погоди-ка. А почему на улицу-то? Мы же вроде как должны добраться до тронного зала. А мы выбрались на улицу. Дождик. Такая атмосферка. Блин, мне нравится, ребята. Как все это сделано в этой игре вообще. Передается атмосферка. Будь здоров. Так, паучка вольнем сейчас с тобой. Не хочу в паутине просто находиться лишний раз. Так, куча крипов. Их забомбили. Откуда у вас такой рой вышел-то? Так, динамит я, наверное, возьму. Тогда и-ка глянем. Здесь нам можно погулять. Опять, это самые первые монстры, которые нам с тобой встречались в этой игре. Да, закинем. Хорошо там бомбанул, но это все равно выжил. Пёся, ты где? Так, мы с тобой собираем души. Это у нас зелье силы. Зелье силы — это хорошо. То есть мы с вами врагов шинкуем как капусту. Минимум ударов, максимальная, как говорится, отдача. Максимальный крит, максимальная атака. Погоди-ка, а это что у нас? Секунду. Где этот у нас вход? Вот здесь. Сюда, что ли? Нет. Блин, неужели этот взрыв и пса моего уничтожает? Я думал, что он только на мобов распространяется. Я, подожди, я не могу понять. Нет, 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 погоди. Тут есть вход какой-то. Я не могу понять, где? В колодец, что ли? Точно. Представляешь? Нет, ну зачем так? Куда я залез-то, ёпрсты? Какое-то чудовищное логово. Ого. А что такая музыка? Тихо ты, вызыватель. Где этот вызыватель? Да что ж такое-то, а? Ага, вон, я вижу его, этого вызывателя. Сейчас попробуем его добить. Блин, ну ты еще ерунду эту всякую вызывает ко мне. Сейчас его... Блин. Нет, это дурацкая идея. Вблизи его бомбить. Лучше все-таки издалека. Твою же налево. Оу. Мне очень мало было здоровья, ребята. Есть, я его победил. Мне что-то подсказывает, что он здесь не один будет. Так, секунду. Что бы нам с тобой здесь сделать?
Надо посмотреть, во-первых. Ну, подземелье, в принципе, не такое уж большое. Это как бы, да, действительно, какое-то подземелье. Через колодец мы сюда попали. Свинка. Так, что я там подобрал? Булаву. Подобрал булаву, надо будет ее посмотреть. Что это еще за... Паук такой усиленный здесь стоит. Черт, он меня траванул, да? Здесь есть у нас такие определенные с тобой проходики. Вот, нет, не тут. Вот здесь вот. Ого. А это что такое за аура? Это аура замедления? Так, зачарованность скелетов. Так, бешенство, какое-то охлаждение. Кто тут, что тут, я не могу понять. Иди отсюда, крип. Сорвите вечеринку. Ну, это понятно, это основное задание. Так, смотрим. Ага, разобрались. Здесь у нас подъем еще есть наверх. Нету, ребята, подъема наверх. Хотя, подожди, почему... Ага. Только не говори, что я еще дальше пойду. Уничтожьте буфет. А, я мог и так пойти, и так пойти. Уничтожьте буфет. Это что тут? О-о-о, тихо, 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 подожди. А что у вас так много-то? Давай-ка, наверное, из арбалета лучше. Угу. А, это повара. Вот, я думаю, что за чудики такие. Это повара. Они готовили, видимо, банкет. Я уничтожил буфет. Слушай, это, по-моему, как дополнительное, что ли, задание было. Ну, повара ничего нам тут особо сильного не делают. Хотя, как не делают? Они с какими-то там ножами бегают. Ага, вон там еще очень много поваров. Я просто кое-что хочу проверить. Давай-ка мы сюда вот с тобой завернем. Вот так вот, по идее, я сюда должен был попасть. Вот сюда вот ключ золотой должен был вставить, да? Который находится где-то, наверное, вот здесь вот. Понятно. То есть мы с тобой, типа, хитрым путем прошли. Ладно, у нас там еще вон куча поваров. Куча буфетов, 0 из 8, то есть 8 буфетов. 8 столов, получается, да, будет? Ладно, я доберусь до туда. Вот они, эти столы. Давай уничтожать их. Вот так вот. Все на изи. Порвали. Так, мне бы, конечно, выстрел хотелось бы получить. 65 штук. Так, еще наверху, да? Еще 4 буфета. Всех рвем просто напрочь. Песик, песик, помогай мне. Давай, 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 давай. Ой-ой-ой-ой-ой, на рожон полез. Чуть было не убили. Это лучники, ребята. Своими стрелами. Каждый сделал по залпу, и вот тебе результат. Отлично. Так, что это за зелье у нас там? Теневая форма. А теневая форма, я так и не понял, что она делает. Я думал, что мы невидимые будем, но ничего подобного. Ну, уничтожай. Так, доберитесь до тронного зала. Это наша основная миссия, которую мы, в принципе, с тобой и придерживаемся. А это, видимо, была какая-то второстепенная задача. Так, мой песик погиб, да? Вызовем. Ой-ой-ой, какой здоровый-то. Че такой псих-то, эй? Песик, помогай. Че они такие защищенные-то, а? Пс.
пса завалили, прикинь. Что там дает? Теню... Дает невидимость и усиливает вашу следующую атаку в ближнем бою. А, вот оно что делает. Тихо, 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 тихо. Сколько вас тут? Они еще и... Они еще мало того, что быстрые. Они еще бомбят какими-то молниями. Ой-ой-ой-ой. Да ну, что за... Пёся, выходи. Фух. Жесть какая-то. Да, уровень сложности я, наверное, погорячился взял такой. Как мы будем с тобой буса бить последнего, я пока ума не приложу. Да он и в ближнем бою очень сильный. Электрификация. Горение. Он горит и электричеством бомбит. Вот этот вот чудик. Так, припасы, спасибо. А мантия души. Ну, это мантия души, это для магов, наверное, скорее всего. Так, нам нужно хильнуться. Ну что ты тут чудишь, а? Уйди. Нет, 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 не надо. Так, стрелы, спасибо. Стрелы-то всегда приятно. Так, что у нас тут наверх? Да, с двух сторон. Можем и с той стороны подняться, но я здесь пойду. Так, уйди прочь отсюда. Да как же вы быстро меня разбираете, а? Как вы быстро меня уничтожаете? Так, уровень. Отлично, друзья мои. У нас... Вот, взрывчатка. То, что нужно. Угощайтесь. Да. Бухло, но не так, как я хотел. Давай-ка добьем этих урликов. И... Все, да? Так, глянем. Да, тут действительно уровень какой-то огромный просто. Стрелы. Стрелы. Так, секундочку. Так, продолжаем. Так, дай-ка я кувшинчик вскрою. Так, а это что у нас за супер... Подожди-ка, а как? Ха. А как мне интересно его активировать? Блин. Ой, чуть не упал, прикинь. Что? Эй-эй-эй-эй-эй. Что? Блин, я погиб. Нифига они меня там врасплох просто взяли. Да, минус одно ХП, да? Минус одна жизнь, получается. Грустно. Мне кажется, это мне все пригодилось бы. На бусте на последнем. А что я там взял-то? Ради чего я сюда спускался, а? Сейчас мы разберемся с этими и глянем. Все, что ли? Да, вот теперь все. Ну-ка посмотрим, что я там взял. Лук. Атака 23. Слушай, атака 23. Блин, ну тут шанс рикошета, ты понимаешь, в чем прикол? Хотя атака уже слабенькая, всего 13, тут 23. А это что такое? Легкое перо позволяет вам по сверху оглушая и раскидывать врагов на своем пути. Никто не знает, откуда появилось такое прекрасное, мощное создание. Что там? Пёсь, ты кого уже тут у меня бомбишь втихаря? Вот эти лучники самые опасные, которые бомбят именно... Именно вот этими зелеными стрелами. Ты сам видел, да? Фух. Так, ладно, продолжаем. 131 стрела. Опять пса, что ли, убили уже, а? Давай, 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 давай. Отлично. Ах, ты некромант. Фигов. Промахнулся? Я, ребят, забываю про этот. Конечно же, у нас же есть с тобой... Ну, у них откат, конечно, большущий. Долгий очень. Именно на уклонение. Именно на уклонение, именно на вертушку на эту. Вот эту вот. Так, ладно.
До уровня нам с тобой как до Китая раком, да? Да, очень долго еще ждать придется. Ладно, пойдем. Некогда тут рассусоливать. Так, что у нас там, камин, что ли, типа? Ага, ну-ка, угостим их взрывчаткой. Отлично. Эй, хп, хп, хп. Очень стало быстро у нас тратиться, конечно, здоровье. Так, сразитесь с архизлодеянином. Уже? Так, он где-то тут хихикает, я слышал его только что. Вот он. Я его даже... Что? Нет, 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 не надо только всяких своих рыцарей тут. Давай, давай, ребята, отбиваем этих рыцарей. Они, надеюсь, заканчиваются вот здесь. Хотелось бы в это верить. Так, где он? Это только пока сама стража. Архизлодеянин-то где? Где архизлодеянин? Блин. Да ну хорош, у меня сейчас кончатся стрелы и все, и я поплыву. Дай-ка мне мясо съесть. Так, некромант. Опять? А где он сам-то? Так, вот этот призрак бесявый. Так, взрывчатку я подобрал. Я подобрал взрывчатку. Что-то странное, не могу понять. Тэть! Еще и сбросил ее вниз куда-то, а? Что надо было такое сделать? Динамит просто сбросил вниз. Так, маги, успокойтесь. Ну... Так, погоди секунду. Это когда-нибудь закончится или нет? Мне кажется, что это не закончится. Эй! Сматываемся, сматываемся. Да ты уйдешь или нет, блин? Ни пса нету, никого нету, ребята. Так вот, попробуем взорвать их. Ну, кого-то взорвал, кого-то не взорвал. И здоровья у нас с тобой очень мало. Ну, ты посмотри, что делает, а, этот рыцарь. Ну, иди отсюда, яблоко возьмем. Фух. Так, еще один тут стоит у нас. Нет, тут что-то не то, сорвите вечеринку. Что здесь происходит? Ребят, я не могу врубиться. Тихо-тихо-тихо. Эти некроманты тут еще вокруг. Вредители тоже мне. Ой, уходим. А пса опять завалили, да, получается мне? Да уйди ты. Твою же налево, а. Что-то здесь, мне кажется, не то, друзья мои. Мне надо... Может быть, мне нужно их убить всех, и потом откроются эти ворота? Какое еще объяснение здесь есть? Уходим. Ой-ой-ой-ой-ой. Пёся, куда же ты там лезешь? А тебя сейчас убьют. Уже убили. Так, ладно. Уходим. Тут все закрыто, мне просто некуда отсюда бежать. В любом случае здесь придется драться до посинения. Пока либо их не уничтожим, либо чего-то здесь не разгадаем.
Да? Так, тихо-тихо, этот рыцарь докопался до меня. Эть. Хиляемся. Да куда же ты идешь-то, а? Так, блин, прогорел он. Все жгет и жгет землю, а? Ну, неужели? Преследуйте архизлодеянина. Фух. Да, это было жестко. Архизлодеянин сбежал в бастион. Скорее, герои, он не должен уйти. Ну, а мы с вами возвращаемся в лагерь. Так, на произвол судьбы получили с вами достижение. Залы высокоблочья. Так, потерян игроков 1. Так, побеждено мобов 96%. И попадание снарядом 46%. Что же нам здесь выпадет? А, легкое перо, у меня такое уже и есть. Хе-хей. Обсидиантовая вершина у нас тут, ребята. Окей. Ну что, дорогие друзья, наверное, на сегодня будет достаточно. Всем большое спасибо за просмотр. Обязательно увидимся в следующем видосике и продолжим играть в эту интересную игру. Ну а с вами был Рэй, всем удачи и до новых скорых видосиков.